1 июня – долгожданное начало лета и День защиты детей. На трех площадках Старого Оскола развернулись праздничные мероприятия для детей всех возрастов. На площади перед ДК «Комсомолец» только что мы открыли праздник детский. В 10:00 он начался и продолжается. Очень много детей играют, поют, танцуют, рисуют. Все, что можно, чем только можно заняться. Сегодня у нас на площади Победы также праздник, который будет длиться до 13:00. И открыли праздник возле аттракционов наших знаменитых «Солнечный». Площадь Победы наполнилась сказочными героями и ребятами в красочных костюмах. Праздничную программу готовили работники Центра культурного развития «Молодежный». Мы подготовили для детей праздничную концертно-развлекательную программу с играми, конкурсами, песнями, танцами. И я думаю, что деткам очень понравится, все хорошо реагируют. Концерт был очень разноплановым. Здесь звучали и русские народные мелодии, и фламенко, и даже рок. Особенно понравились детям фиксики. С героями любимого мультфильма ребята танцевали с удовольствием. Вы готовы? Тогда мы объявляем танцевальный баттл! Сидите, танцуем! Мамы, мамы! Сахарная вата, мороженое и солнечная погода подкрепили праздничное настроение. Малыши плясали, родители улыбались. Все довольны. Хорошо подготовились, очень здорово. Детям очень нравится, вон танцуют, отдыхают. Дети очень красиво танцевали. Мне больше понравилось, когда вы танцевали. Когда танцевали, песни называли и танцевали. И когда еще пели раскидали песни. Дети как хорошо выступают. Какие у нас дети талантливые. Праздник на Площади Победы получился ярким и радостным. Самое главное, он пришелся по душе детям. Отличное начало лета для маленьких староскольцев.